И всем привет, с вами я, Капхед 12 ночи. И сегодня вышла одна. Вы скажете, ну она уже давно вышла. Ну, я не снял, потому что у меня была жесткая депрессия. Давайте начнем. Мы сразу видим версия 1.3.0. Название Чингам превратил, ничего не видит. Свинка Пеппера. Мы сразу видим, что добавил у нас не только там этот Facebook и вот это, YouTube и Telegram. Вот. И сразу увидим какого-то гуманоида. Ладно, что мы видим? Ой, не туда нас. Оружие. Ё-моё. Ё-моё. Но это жестко. Так, машин. Ничего. Так, шап. Ничего. Обувь. Ничего. Давайте оденем. Глаза на... Появились. И все. Так вот. Ну, шляпа, конечно, не появилась новой. Но это давно уже появилось. Ну ладно. И сразу мобы. Пум-пум-пум. А, пойдемте-ка создавать. Карта как раз. Так, одну карту. А где? А, вот еще, наверное. Я не помню. Ну давайте сначала слава. Ё-мо. Там бесплатно уж. Я видел, тут есть подсхалка, но я не знаю. Ладно, может эту фото там добавить. Ну, так, поехали. Ну да, я она. Так. Вот, первый, ну это, конечно, не пасхалка, но это просто это вот. Не понял. Почему он толкается? Ну тут где-то. Обалдеть. Это Дэн настоящий. Смотрите, Дэнчик. Ну хоть... Ну спрашивайте вы еще, возможно, а почему ты, типа, раньше оставлял ссылку на его канал? Ты что, с ним дружишь, наверное? Ну, я просто по приколу, я не... Он был моим любимым ютубером по Чингам. Я лайк ему. Так, и мы переходим в следующий пасхал. Так, заходим создать оффлайн и вот сюда. Это как раз тут две пасхалки, но я пока не... Чего? Чего? Смотрите, там соседняя... Мышатской, какая кнопка. А где Дед Мороз? Он такой маленький, ну ладно. Вот еще тут такая подсказка. Пеюшка, Денчик. Лежу. Не знаю. Но тут где-то есть Дед Мороз. А, давайте... Ну, боги. Ничего, даже телевизор. Вот что осталось. Так. Давай, пусть. Где ты? Вот, вон там остров как. Вон. Вон жестко. Фью. Можно с длинноногим какой-то усилить. Только, блин, чего? А, вот тут. Чего? Чего? Не нравится, когда вот такая музыка и убивается. Это боевой бегу. Ладно, давайте дедушку. Чего? 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 Где? Чё ты? Чё ты так на меня смотришь? На. Чё? Чего? Чё? Ё-моё! Не то, ну. Ну и,
чай. Чего? Смотри. Ну, это этот. И это мой друг Игорь, да? Ай, чё кусай? О, поспать лёг. Ну вот. Так, теперь надо пожёстко подрифтить на машинке. Давайте ещё пасхалки посмотрим, какие есть. В своём трейлере, ну, который я удалил. Видишь, что на карте, ну, 5 дней или 5 ночей, там, не знаю. Были пасхалки, как? Вот это. Еще какие были. Давайте поедем на них. Вот типа к ним поедем. Так, поехали. Жестко едем. Вот там Чундра. Чундра живет. Самый лучший друг на планете. Ё-моё, жестко! Что? Оленюшек? Это ты? Сю. Не понял, что забил. Вот, Чундра, здорово, как дела у тебя? Чундра! Мне и кажется, как будто эту карту немного переделал, графика такая странная. Теперь Чунду нельзя убить. Так, что тут? Жестко, жестко. Никита 707. Ладно, ну и следующая пасхалка. На карте Чао Хаус. Вот и ничего не изменили. Ну, о, точнее, изменили там фон и добавили. И вот, две пасхалки. Первый, вот, вы видите. Тон-тон-тон-тон. Так, поехали. Свинка! Свинка, папа. А зачем нам добавили... А где животные? Ё-мо! Упал. Вообще не понимаю. Ладно, короче, вы увидите, там туалет. А это что за... Ё-моё! Жестко, жестко. А почему разраб Чао Эпс не справить бы баг, а с чем? Не убьет там туалет или не знаю, там баг какие-то. Не помню. Уже не помню. Бо, не клуб. Это не. Ну, типа, это не куб и... Ну, пон, лютый пон. И вот тут. Ну и давайте закончим этот видос. И всем пока.